Привокзальная площадь нашего города продолжает преображаться, и сегодня здесь было высажено 50 саженцев берез и ив. Наша организация занимается ландшафтными работами, озеленением и благоустройством по Москве и Московской области. На сегодняшний день высажено 200 деревьев всего на территории привокзальной площади, на территории, значит, вдоль улицы Победы, вдоль Ледового дворца, около больничного комплекса и сквер Молодежный. Вот. Высаживались березы, ивы, липы, рябины и клены. Сегодня работаем на привокзальной площади, доделываем объект, создаем здесь аллейные насаждения. Через 3 года саженцы окрепнут, и здесь будет настоящая красивая аллея. Алена Масленкина, Илья Тимофеев, специальная программа «Мой клин».